К другим темам. Красиво и безопасно, пожалуй, главные требования родителей к детским площадкам. Однако не все игровое оборудование во дворах годится для досуга малышей. Некоторые из детских городков больше напоминают место для развлечений заядлых экстремалов. Именно так называют место для игр детей жильцы одной из многоэтажек на проспекте Ленина. Подробности в следующем сюжете. Мягко говоря, некомфортно здесь отдыхать и детям, и их родителям. Скамейки без сидений, в песке булыжники. А что касается игрового оборудования, то оно почти все с дефектами. Вот она, детская горка, на которую жалуются родители. Вроде бы здесь все цело, но если заглянуть внутрь, то мы увидим и дефекты, и отсутствие некоторых частей конструкции. Так прокатиться с такой горки не каждый подросток сможет, не говоря о малышах. А в большой трубе дыра, отломанные элементы конструкции, торчат острые обломки досок. Площадка эта появилась давно, но со временем оборудование попросту износилось, рассказывает мама двоих детей Галина. Площадка находится в плачевном состоянии. Я написала письмо в администрацию, пока никакой реакции нет. Естественно, пользоваться ей уже опасно для жизни. Я своего ребенка лично сюда не пускаю. Так многие родители ищут место для безопасного отдыха детей в соседних дворах. В администрации Пролетарского района нас заверили, что судьба площадки будет решена до конца года. После экспертной оценки. Ее либо отремонтируют, либо демонтируют. Кстати, аналогичная ситуация была на детской площадке на проспекте Чайковского. Еще в сентябре мы рассказывали эту историю. Тогда игровой городок больше напоминал декорации к фильмам ужасов. Но здесь налицо позитивные изменения. Недавно был произведен плановый ремонт. Трубы покрашены, заменены сломанные элементы. Здесь площадка, часто гуляют дети. В целом нормально. Собственник площадки – администрация Центрального района Твери. В мае прошли торги и заключен контракт на обслуживание районных площадок с одной из организаций. В стоимость входит окраска, замена аварийных и демонтаж изношенных элементов. Всего в списке мест по ремонту оборудования 83 объекта в этом районе. До конца года работы должны быть выполнены. Хочется также надеяться, что хороших современных детских площадок в Твери станет больше.